2011 года, BMW 328 от компании CV Export. Машина пострадала небольшой удар. У машины был слабый аккумулятор. Мы бустером завели, так что долго я не хочу держать машину в включенном виде. Ну, мы сейчас обойдем. Вот, как видите, удар здесь. Радиатор прижало. Усилитель у нас целый. Здесь у нас провода отсоединились. Так, дальше обходим. Вот, весь основной удар это был спереди. Правое крыло загнуло. Резина у нас на процентов 80. Диски в хорошем состоянии. Здесь ничего выдающего нету, вот кроме, что я здесь заметил, прищемили какие-то вот здесь прибамбасы, не знаю, для чего это. Может быть, из-за того, что пластик здесь. Так. Диски здесь тоже у нас хорошие. Резина у нас где-то на 70%. Небольшие царапины здесь, на четверти. Сзади у нас тоже ничего нету. Машина сзади в отличном состоянии. Диски у нас тут же здесь хорошие. Также небольшая царапина на задней четверти. Здесь я заметил тоже, кто-то пытался взломать дверь или что-то в таком роде. Здесь чуть-чуть согнуло и здесь царапина. Так, обходим. Ну и здесь тоже диски хорошие и резина где-то на 75%. Давайте заглянем внутрь. Внутри машины лежит разные запчасти, пластик с переднего удара. Внутри чуть-чуть грязновато, потому что все заложили внутрь. Здесь вот помазано. Здесь сиденье цепилось. Здесь по краям тоже обмазано. Здесь все, здесь зацарапали. Ну и здесь пластик разный. Разные запчасти. Так. Сложим. Здесь у нас тоже пластик. Здесь у нас фара передняя, она уже растрещенная. Я не знаю, можно это использовать, нельзя. По моему мнению, надо будет новый покупать. Вон тоже вторая фара разломанная. Сейчас обойдем, более детально осмотрим. Вот здесь прищемили. Здесь тоже царапины по двери. Эта фара, ну, так же, в принципе, как и вторая. В багажнике что у нас? Новый Adidas. Вон вам Adidas. Короче, мусора понакидали. Здесь особо ничего нету. Внутри лежал бампер. Я его вытащил уже. Тоже, я не знаю, по моему мнению, чинится такое, не чинится. Но я бы сменил.
А с другой стороны, в принципе, можно его и использовать. Ну, давайте сядем. Не хочу дольше держать машину в включенном виде. С машиной пришел один ключ. Внутри здесь, ну, так, грязненько. Здесь уже от солнца что-то прилипали. GPS или что-то еще. Вон здесь у нас тоже такие как бы истертая кожа. Давайте тронемся вперед. Машина, трансмиссия въедет без всяких проблем. Назад сдает. Тоже проблем нету. Ну и двигатель, в принципе, тоже. По моему мнению, двигатель звучит ровно, стучков нету. Нету, так что, в принципе, двигатель в хорошем состоянии. Вот так, ребят. 2011 года BMW 328.